Добрый день, сегодня будем устанавливать печь Invicta Shaman. О ней много сказано уже, есть очень много роликов в интернете. Компания сама через 3 года будет уже 100 лет, как производит печи. Причем полное производство, полная линейка, то есть циклов изготовления печи, начиная от разработки, собственная лаборатория, собственная литейка, как говорится, под ключ. Что хотелось сказать вообще по Invicta, то есть очень мало кто делает абсолютно разный дизайн, то есть печей. Вот Shaman и аналогов такой печки вы не встретите, наверное, на нашем рынке. Также посмотрите, какие бывают у Invicta, например, овая модель или Форос. То есть такого дизайна не делает, по-моему, никто в принципе. То есть в этом вот конкретно на этом объекте здесь второй свет, то есть потолки очень высокие, то есть там до конька где-то порядка 5,3 метра. Конечно же, хорошо смотрятся печи вертикальные. Вот как, например, Shaman в данном случае. Еще по Invicta, это один из немногих производителей, который указывает в своих каталогах, в своих технических паспортах изделия три мощности печи, то есть минимальная, номинальная и максимальная. Бывают две указывают мощности, то есть Invicta указывает честные три мощности, то есть как минимальная, то есть на каком оно минимуме может работать. Это очень тогда легко подобрать печь под нужное помещение. Что еще хотелось бы сказать по поводу Shaman? Сейчас его чуть-чуть разобрали, чтобы легче было переносить. Здесь, в принципе, две основные регулировки, то есть это система чистое стекло. Вот, и подача воздуха холостниковая. Здесь же также есть вторичный дожик на задней стенке, эти дефлекторы. Причем воздух попадает в камеру сгорания уже прогретый. Там специальные каналы есть, что повышает, конечно, тоже КПД печи. Хорошо, позже встретимся, приступим к монтажу.